Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это Трансформеры. Войны на Земле, мы продолжаем проходить особый ивент. Ну что, вторая глава, как обычно, вторая глава этой истории. Давайте глянем, что же у нас там все-таки такого грустного. Но на этот раз, я так полагаю, мы глянем. И, в принципе, правильно полагаю, тут ошибиться невозможно. Глянем от лица десептиконов на развитие сие событий. Давайте воспроизведем передачу, посмотрим, что у нас там. Родимус Юникранус! Этот немного не в нашей лиге, Клиффджампер! Нам нужна поддержка! К сожалению, Бамблби, самые сильнейшие из нас сейчас на Кибертроне. Они останутся там, пока мы не сможем обойти силовое поле, созданное Страктусом. Отлично. Так что же нам делать? Неукомплектованная команда против всемогущего бойца с ядрами Прайма? Мы обречены. Автопушки работают на пределе возможного, но совсем не замедляют его. Чего он хочет, как вы думаете? Наверное, ядро Вектор Прайма. Оно находится в нашем хранилище. Родимус Юникранус собирает эти ядра, как милых цифровых монстров. Мелоди, перебирайся в защищенную комнату, которую мы подготовили для тебя. Это приказ. А как же вы? Честно говоря, вы просто могли бы построить комнату большого размера. Мы сделали все, что было в наших силах. И этого, вероятно, будет недостаточно. Би, ты наша последняя линия обороны. Если будут сомнения... Я знаю, Мираж. Уничтожить ядра. Если это, в принципе, возможно. Выдвигаемся, он уже проник через внешний периметр. Автоботы! У меня есть список, я проверил его дважды. И в самом начале списка находится ядро Вектор Прайма. Отдаете его мне, или Рождество отменяется навсегда? Ха, чепуха, Родимус Юникронос. Познакомься с моими пушками. Да что-то прям там совсем отчаянное положение. Да, аж вон пушка затряслась, вы гляньте, а? Чё с ней творится-то, а? Эй! Я на апгрейд поставил, а её трясёт! Обычно это Оптимуса по понедельникам трясёт после складов энергона. Ой, боже мой! Там прямо конкретно я вижу вставила. Это, видимо... какая-то особая прокачка, по всей видимости. Да. Ну, в общем, как-то так. Ну что, давайте отправимся сразу в бой, получим кристальчики. Казалось бы, вот при чем здесь десептикона? Ну, то, что этот появился. Родимус Юникронос. Ну, это как бы не совсем от лица десептиконов события. Вроде как. Хотя... Ладно, и так пойдет. Ну, Бамблби в очередной раз предстоит показать и доказать, что он, несмотря на свою, так сказать, молодость, возможно, пылкий нрав и прочее, он все же это... может сделать то, что нужно и необходимо в самый трудный час. Осветит, так сказать, путь среди звезд. Как Оптимус заговорил. Так. Все. Ну, тут ребята молодцы. Просто замечательно. Ты чё пушкой ты бьёшь, бластер? Бластер! Повторяю, для особо непонятливых. Лучше стрелять из ружья, чем бить прикладом. Это что за... Ой, в него что-то прилетело. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И там у нас уже кто-то кони двинул. Загрызи его. Да. Загрыз.
Так, и нам выпал кристалл Кримзика, хотя по внешнему виду не скажешь, что это кристалл Кримзика. Это... Ну, раньше они, по-моему, были вроде как кристаллы, но сейчас теперь это нечто... совершенно другое. Даже не знаю, как назвать. Какие-то контейнера. Что в черном ящике? Ай, караул. Так, ну чё, well done, говорит. Отлично, меня это радует. Сразу в бой тогда. Сразу в бой. Второй отряд. Решил я отправить на битву тех, кого следует прокачать. Будем, так сказать, подтягивать наши силы. Плюс, нам надо прокачивать наш топовый отряд. И самое главное, получить как можно больше. Все-таки в конечном счете 4-звездочных автоботов. Либо 3-звездочных довести до нужной кондиции. Плюс еще открыть дополнительного, получается, какого? 8-го автобота, да? В отряде, если так как таковой подразумевается. Потому что... там 6000 как бы... В сюжетной истории. Где такие деньги взять? Ой, деньги, силы. Деньги понадобятся, когда от десептиконов откупаться будем. Ой, да. Так. Отлично. На. Мелоди готова. Так. Разместили турельки. Все на нужных местах. Только вот Мегатрон появился. Так, и исчез. Давай, голограмма, отвлекай их на себя. Во, ребята пока полезными вещами. Ну, это рогатый, как всегда. У него своя атмосфера. Смотрите, как этот Старсейбер, а, мечом. Ух, прямо. Освоила технику мастер меча прямо. Swordmaster. Мне показалось, или Джаз как будто немножечко какой-то оскалившийся был. Хотя, в принципе, неудивительно. Такие события происходят. Почему бы тут и не оскалиться? Если уж на то пошло. 50 осколков. Здорово! Класс! Купил примерно нижнюю часть кристалла. Из него, наверное, выпадут чьи-то пятки. Хотя бы на 4 звезды бы. Ну, да. Представляете, так эти? Бах, выпадает там, я не знаю, пятки Гримлока, да? Ну, на большее не хватило, да, осколков? Ну, да. Так, ну тут да, тут в принципе все очевидно. Сентиус Магнус. Пока мы возимся тут, на Кибертроне творится инфернальный по своей эпичности замес. Так, вот, давай. Вот так. Смотрите, да они все трясутся. Не надо, говорит, не надо, не надо, не стреляй сюда. Пожалуйста, не надо, не стреляй. Ты ё-моё, а куда все, что происходит? Походу открыли массовую распродажу энергоновых складов. Зуб даю, Оптимус там очередь еще, не знаю, занял с конца прошлого месяца. Он даже под дверью ночевал. Ой, караул. Все трясется, все трясется. Куда все катится? И этот еще летает тут. Кар, кар, кар. Так и ждет, когда его подстрелит кто-нибудь, как утку. Да. Ну вот и все. Так. О, искры. Класс. Господи, что сейчас с ним было? Что у него как-то ноги разъехались? Мне показалось, или это реально так было? Ё-моё, опасный у нас этот юнит боевой. Тайгерхог. То ноги разъезжаются, то перьями обрастают. Хотя нет, перьями у нас он по умолчанию оброс. Вводит
противника, так сказать, в когнитивный диссонанс, я не знаю, в ступор, в результате чего все головные цепи... Чё это? Варпас, ты чё, застрелиться вздумал? А, это он на плечо пол... А прикиньте, так это он взял? Ну-ка, сейчас он опять что ли возьмет? К голове приложит? Прощайте, друзья! Я отказываюсь воевать. Нет, вы видали, да? Так к голове так приложил. Я не увижу новой серии доцента. Бах, и выстрелил, да? Ну. Крепись, крепись. А, он у нас первым идет в атаку, поэтому... Ой, караул. Давай, варпас. Так. У меня какая-то команда смертников, походу. Господи, довел бедолаг, а? То стволы трясутся, то это. У варпаса депресняк, походу, лютый. Ой, бедолага. А ведь вроде как должен быть крутым чуваком, у которого... который помешан на пушках вроде как, да? Он вроде у нас такой типец. Или я его с кем-то путаю? По-моему, он как раз такой. Молодой такой любитель... жахнуть из своего ствола. Да, прозвучало, конечно, это весьма неоднозначно. Ну, видимо, то, что он привык, видимо, считать, что у него ствол самый мощный, а тут появился Сентиус Магнус, вот его, видимо, и одолел депресняк. Уничтожай эту пушку! Блин, смотрите, остались только трое. Причем Сентиус Магнус прям это... еще бы чуть-чуть бы и склеился. Че он там, затылок что ли почесал? Или шею захотел себе свернуть? Да, что-то какая-то наркомания творится полная. О, Сиспрей скоро дойдет до состояния. Давай, на трехзвездочный хотя бы надежда, что, может быть, когда-нибудь они позволят нам пройти кампанию. Вот как-то так. Ну, ладно, друзья, давайте-ка закончим тут и продолжим уже, как обычно, все. А в следующих сериях ссылка на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие прохождения, связанных с трансформерами, снизу в описании под видео. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Храни вас, Праймус, с Юникроном. Пока-пока.